Всем привет, с вами Quantum Mania. Я тут смотрю, видос по Сонику зашел, даже очень хорошо. Ждите на следующей неделе видео про сериал об Наклзе. Что там будет и какие события случатся в этом сериале. Сами новости по Сонику продолжают выходить, но в этот раз мы поговорим об деталях фильма. Правда, они будут связаны с Супер Соником. Супер Соник – это такой режим Соника, при котором желтый цвет покрывает все тело Соника. Точнее, он активируется после использования всех 7 изумрудов Хаоса. Что касается фильма, то тут шанс 50 на 50, так как надо использовать все 7 изумрудов Хаоса. А у нас был показан только изумруд, аналогом Мастер Изумруда из вселенной Соника. В играх во второй части режим Соника был тогда, когда стелсом надо было лететь на самолете, и в третьей части аналогичная ситуация. Хотя фильм Sonic в кино 2 это смесь видеоигр Соника 2 и Соника 3, то в фильме все возможно. Ведь основной злодей фильма выступит Эггман или Доктор Работник с новой машиной Deus Ex. В фильме Sonic в кино был показан режим послабее Супер Соника. Это было тогда, когда все тело Соника издавало электричеством. Однако даже с этим режимом Наклз сильнее самого Соника. Если он будет, то будет все канонично, то есть желтое тело, иголки на голове будут подняты вверх, возможность летать и быстро передвигаться. Кстати, в играх у Соника активируется этот режим еще и при взятии 50 колец. Однако длится он недолго. Когда кольца заканчиваются, то и заканчивается режим Суперсоника. Но в самом фильме кольца выполняют функцию перемещения между мирами, так что тема с кольцами отпадает. Хотя в сериалах или видеоиграх Соник использовал режим Суперсоника против более сильных боссов, например, это Хаос или Пожиратель времен. Команда в фильме, которая будет противостоять Эггману, будет состоять из Тейлза, Наклза и самого Соника. Если под угрозой гибели товарищей Соник сможет взять Мастер Изумруд и активировать режим Супер Соника, то будет просто замечательно. Напомню, что Мастер Изумруд служит как всеотцом для всех 7 изумрудов Хаоса и с легкостью может их заменить. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!